Если вы вырастили инжир, то когда будем прищипывать верхушечки, формируем деревце, чтобы оно было в форме чаши. И можем не выбрасывать, а сушим листочки в чай. Это хорошо укрепляет сосуды, чистит сосуды. Противобактериальные имеет свойства листья именно инжиров. И хорошо для чая. Приятный такой аромат, как с ароматом инжира, как будто плоды это. На такой ароматный этот листочек. Я кушаю даже сырыми листочки. Тоже очень яркий аромат инжира, но он немножко такой островатенький лист на вкус. А в чае замечательно. Выращиваем из семечки. В инжире очень много семечек и очень легко прорастают. Вот этому деревцу 3 года.